Значит, этот Амон Джеро все-таки не мертв. Да, он жив и обладает куда большей силой, чем можно было предположить. Да уж, посильнее некоторых магов. И что теперь? Мы посадим его в тюрьму? Отдадим страже? Скажи, что ты шутишь. Он отправит весь квартал в бездну, а затем возьмется за нас. Правосудие должно свершиться. Но я не уверен, что он найдет правосудие в стенах Невервинтера. Мы могли бы сбросить его с пирса. Добудем все, что нам нужно, а затем избавимся от него. Никто и не узнает. Он убил Шандру Джеро и должен ответить за это. Прости, я до сих пор не понимаю, что произошло. Если бы только мы смогли добраться до нее вовремя. Не нужно искать в этом смысла, Грабнар. Теперь мы должны просто принять это. Пусть наш лидер разберется с Амоном. Что-то подсказывает мне, что она разберется с ним. Воля Амона Джеро сломана. Это делает его опасным. Но знай, это также делает его полезным.